New life is my life. Я тебе включаю громкость. Ага, ну давай, включай. Давай, жги. Короче, сегодня наша учительница по феминизму красная. А что, она входила на первый класс, придержав дверь. А это знак, что день у нас у всех сегодня удастся. А потом она сказала, вы знаете, почему никто еще пока, не получил оценки за вторую работу, которую опубликовали? Ну, мы такие говорим, наверное, потому что канва до сих пор еще... Короче, канва до сих пор не работает. Сказали, пока вообще ничего у меня не публиковать, ничего не делать. Канва — это приложение, в котором публикуются
Ну, все студенческие работы, домашки, недомашки, рефераты. Ну, кто не видел, надо объяснить. В общем, это приложение. Да, короче, для замуж она выходит. Да я так и хотел сказать. Она, весь типа весенний этот самый. Ну, короче, все каникулы мы, говорит, потратили на планирование, говорит, у меня абсолютно не проблемы, абсолютно. И, короче, через она забросит месяца, феминизм? Через два месяца свадьбы. А знаешь, что мне еще показалось, что она, наверное, беременна? Она вообще худенькая, высокая и худенькая, да? И сегодня вот это вот, ну, у нее живот вообще, ну, настолько плоский, да, что прямо думаешь, как же ты дожрала с таким животом до таких-то лет, да? И, в общем, она несколько раз, когда что-то болтала, у нее привычка вот так вот расставить руку и в спину себе упираться, да? А тут она что-то болтала и хоп, так несколько раз руку на живот разжала. Ну, нечего там трогать. Было раньше, мне кажется. Вот, но она такая... Короче, что, класс по феминизму закрывается? Закрываем, походу, раньше. Ну, она сказала, ну, там все что-то ее там поздравляют, все, она такая, ну, я, типа, не хочу, типа, ничего рассказывать, поэтому не задавайте мне вопросы, типа... Просто я объясняю причину, почему, типа, не апгрейдены его сидеть. Так подожди, при чем тут? У нее времени не было выставлять оценки, она так не проверяла работы. Ну, наверное, она даже не в курсе, что канва не работает. Ну, в общем, такая она довольна. Ну, я говорю, ну, может, там просто я уже так на нее смотрела, думаю, что вроде и веселая она стала, да? Но она и раньше веселая была, ну, своеобразно так. Но тут она несколько раз, вот, ну, прям вот, знаешь, ну, как тебе сказать, ну, прикладывалась к животу, ну, не так, как нормальный человек свое тело трогает. Не чесала его, а именно как-то вот рукой так трогала. Так, короче, интересно. Ну, к студенчеству твоему это отношение не имеет. Никакого не имеет, но приятное тем не менее. А, ну, и потом она нам дала... Там на таймер сколько-то там времени записать все фильмы, которые мы знаем, которые нам приходят на ум, где главная героиня женщина. И тут я поняла через 2 минуты после того, как она сказала... Надо меньше смотреть. Не, я поняла, что я не просто старая, а очень старая. Потому что... Когда я девочкам, своим этим подружкам показываю, ну, говорю, смотрите, типа, вот, говорю, типа, вот я что написала. Они смотрят, говорят, а что это за кино? Я говорю, ну, это кино. Говорю, вы все знают. Они не знают фильм «Унесённые ветром». Ну, котик, ну, «Унесённые ветром», ну... Ну, я, в общем-то, сразу про этот фильм подумала, потому что... Ну, зайка, ну, это кино специфическое. Какое оно специфическое, котик? Еще скажи «Титаник», блин. А в «Титанике» не женщина. Ну, я в принципе... Главный, говорю, скажем, персонаж, мне кажется, в «Титанике». Зайка, ну если с тобой рядом сидят девочки или даже, ну, нет, ну это «Унесённые ветром», это, понимаешь... Ой, знаешь, ну, котик, читают... стыдно девочкам дожить до 18 лет и не видеть ни разу Ретта Батлера, такого мужчины симпатично. Зайка, ну не все же читают там Пушкина, Тургенева, там, я не знаю, Толстого, правильно? Все. Ну, это точно, это кино из этой серии. Ты, наверное, не смотрел фильм. Ну ладно, как это так. Я... А зря. Может быть, отрывки. Так, ну и что? Ну не все, мы, короче, что-то фильмы обсуждали о том, что обычно, типа, в фильмах женщина как-то раньше, типа, вот больше представлялась. Ну, типа, это слабая, которой на помощь приходит мужчина. И потом нам включила она, ну, большое, как бы, кино на тему того, что разные актрисы говорили о том, что Голливуд очень большое влияние имеет вообще на женщин в мире, потому что очень сексуализируется образ женщины, и как бы из-за этого начинается равная половая жизнь у девочек, потому что у них сраживается, ну, о себе представление только как о сексуальном объекте. Начинается ранняя половая жизнь. У каких-то там девочек где-то что-то начинается. Вот. В общем, она немножко в Беларусь заглянула или что? Или она говорила, ранняя жизнь в Америке начинается? Сами. Нет, она в принципе говорила. Мы как бы когда разговариваем, уже получается вообще в целом о мире, о женщинах разговариваем. Так что она может знать о мире, если в Америке... Сереж, то, что выходит замуж позже, не значит, что начинают половую жизнь. Ну, вообще, да, ну, мне кажется, и... Одно другого, так сказать, связано, и мне кажется, что, ну, не знаю.
Я думаю, что и половая жизнь в Америке начинается позже. Короче, давайте это обсуждать. Вот, потом, короче, я пошла к физруку. Физрук нас был очень рад видеть. Всех 7 или 6 человек, кто до него сегодня дошел. Ну, вообще, я не поняла, к чему мы сегодня 37 минут. Я просто засекла, думаю, сколько же он будет про это рассказывать. Он рассказывал про вот этого Тайгер Вудс, по-моему. Ну, который шарик гоняет в гольф. Он о нем, я уже даже в курсе, что он 15 раз там что-то выигрывал. Я думаю, это к чему бы это он нам? Ну, напряженно пытаюсь все запоминать, думаю, вдруг надо потом будет. Потом он говорит, ну вообще, говорит, потом рассказывал какой-то трагический момент, когда после какой-то там у него, блин, чего-то с ним случилось, он пытался замахнуться клюшкой и упал на колени там. Ну потом, по итогу, под конец урока я поняла, что сегодня он нас не особо вообще хотел учить, рассказал о своем каком-то, наверное, кумире, ну. И отпустил его свояси. Ну, зато вот я узнала о нем очень много. О том, что, к примеру, он хоть и очень-очень известный, блин, этот гольфист, правильно сказать, гольфист, да? Но основное свое состояние он сократил все-таки на рекламе, а не на гольфе. Но рекламу он, наверное, начал получать после того, как начал... Так вот, не грузи меня им, я уже за 37 минут в шарики забивать, потому что на рекламе на какой? На своей рекламе? Я не знаю. И у него своя реклама? Я не задавала ему вопросов по топику, мне хватило послушать. Ну, в общем, он долго и упорно это рассказывал, а потом сказал, что он чуть на спринг-брейке не прослезился. Когда ему пришел, ну, мы же все знаем друг друга, имейлы, да, кто-то из по наших парней ему послал сообщение, что типа, скинь, как сделать этот коктейль попить. Говорит, я почувствовал, что я вот меняю, типа, вас к лучшему, это так же хорошо, что вы начинаете. Тебе надо было сказать, а я запомнила с первого раза. Ну, мы с Сахарой поржали. Ну, как бы так. И он нас отпустил опять очень рано, он сказал, говорит, ну, чего уж, типа, начинать учиться сразу с, ну, с каникул, уже прям так по-тяжелому. Говорит, уже на следующей неделе начнем. Ну, подожди, на следующую. Да, у вас еще ж есть среда. Ну. Мы говорим, так а среда, Сахара говорит, так а вы зачем вообще не приходить? Ну и смеемся с ней. Он говорит, не-не-не, приходите, говорит, я нашел вам человека, который с вами тут поговорит о ФАФСе, это финансовая помощь в колледже, как на нее податься, кто имеет право на нее подать документ, податься, да. Вот, ну и как бы о том, как это хорошо и клево иметь финансовую помощь в колледже. Вот, и он сказал, что он нашел кого-то или кто-то его нашел, я так и не понял. Но он говорит, я рад, что я могу быть вам полезен не только вот в плане здоровья, но еще и типа продвинуть эту тему, кому нужна помощь. И у нас он говорит, это будет лекция минут на 30-40, а потом мы опять свободны. Как птица в море. Птица в море, вы меня штырь. Ну а потом был Child Development Class. И мой сынок. Сорвал урок. У меня же сын там есть, потому что мы сценки разыграем. То я мама, то он папа. Так вот сегодня он у меня был сынком. Нам достался такой сценарий. Значит, пришли в Таргет. Вообще пришли покупать продукты. Но он увидел игрушку и закатывает мне истерику. Ну, мы, значит, вышли разыгрывать сценку. Я, типа, делаю вид, что коляску тяну. Он берет и запрыгивает на стул рядом стоящий. Я говорю, что ты делаешь на него? В коляске сижу. Он говорит, мне 5 лет, мне скучно, типа, да? Говорит, я вообще не люблю покупать, типа, это, говорит, ну, продукты. Ну, идем, доходим до того момента, типа, что... Блин, как он натурально орал, да? Как, наверное, я натурально сыграла растерянность, потому что я не ожидала, что нормальный человек может так себя вести. Но я, конечно, понимала, что мы будем разыгрывать сценку, и что, ну, конечно, там, типа, папа купи, там, мама купи, да. Ну, чтобы так вживаться в роль, короче, там класс начал рожать. В общем, я его немного успокоила, ну, а мне нужно было показать, как можно, как выйти из этой ситуации правильно, там, как, ну, я же, типа, уже практически профессионал. По выхождению из сложных ситуаций с ребенком. Короче, но он потом решил меня протроллить, да. У нас с ним был разработан сценарий, по которому... Но он на все, что я ему предлагала, он отвечал нет, и в конце он уже просто ржать стал с меня, потому что я уже не знала, что с ним делать. Вот. По нашему изначальному сценарию, который мы обсудили и решили, что мы будем его представлять, было так, что я ему показываю наш список,
и говорю: посмотри, зайчик, а игрушек у нас не записано, так что давай мы игрушечку типа запомним, придем домой, и когда мы будем в воскресенье составлять список на следующий, ну, на следующий поход в магазин, мы впишем игрушечку и тебе купим. Он говорит: нет. Я говорю: в смысле нет? Он говорит: нет, хочу. И начинает опять мешать. Я, короче, думаю: блин, что с ним, заразой, такое сделать? Говорю: хорошо. Говорю: понимаешь, я не брала типа с тобой экстрамани, говорю, поэтому, я говорю, мы не можем сейчас купить, но если ты будешь себя сейчас хорошо вести, то мы можем съездить домой, приготовить для семьи ужин туда-сюда и купить потом вечером прийти. Нет, я хочу. Он, короче, топал ногами, он там истерики бил. Ой. Короче, потом я все-таки вспомнила, что он же совсем маленький у меня еще, да, ну, несмышленый. Я говорю: ты понимаешь, говорю, если мы заберем, у него, говорю, здесь семья. Говорю, если мы его заберем из семьи, он очень расстроится. Говорит: ты бы расстроился, если бы тебя забирали из семьи. Да, я говорю, поэтому давай, говорю, его пока оставим здесь в семье, а потом вернемся и подумаем, как его лучше забрать. Но он же уже потом ржал просто, говорит: нет. Я говорю: ну тогда оставайся в магазине. Так смеялись, повеселились, классно. Ну и потом она нам раздала наш последний финальный проект, который мы будем в группах делать по 4 человека. Пока я еще, честно говоря, не совсем понимаю, что мы будем вместе делать, но факт, что мы уже подписали групповой контракт. Зачем мы его подписываем? Да, потому что она вывела, ну, на экран, из чего обычно состоит групповой проект. И помнишь фильм этот «Девичник про Вегасе», 4 друга эти? 3 друга и какой-то там брат невесты или кто. Вот ихнюю, как они идут по казино, фотографию, да, и написано «На парня в очках». Ну, все знают этот фильм, смотрели, что 99% работы делает он на того, который такой, ну, глупенький этот брат невесты, что вообще не в курсе, что происходит. Да. Третий там, типа, все время куда-то торопится, приходит, уходит раньше. Четвертый, я не помню, что. Вот. Она говорит, чтобы у нас не было вот так, то и потом каждый анонимно заполнит на каждого бумагу, кто как участвовал в групповом проекте в этом. И она говорит: не волнуйтесь, это все будет анонимно. Анонимно никто не узнает, что вы написали, написали. Вот. Поэтому... Зачем тогда писать? Она прочитает. Есть, да, я. И она потом будет оценивать ты меня. Ты напишешь, что типа Маша мало. Маша, понимала, допустим, не участвовала в дебатах. Катя, допустим, раньше уходила. У нас со следующей недели каждый день мы будем час иметь. Ты подпишешь на всех, но на свое имя писать не будешь. Я напишу свое имя. В смысле, девочки, которые со мной в группе работают, они не будут знать, что я... Что ты про них написала. Да, про них написала. И исходя из этого будет складываться общая оценка за презентацию, за мою, uh-huh. там, ну, за каждого, короче. Uh-huh. Вот такие вот, короче, дела. Так что со следующего понедельника у нас будет. Она говорит: я буду стараться как можно больше времени дать вам во время лекции, чтобы вы обсуждали этот проект. Потому что, говорит, в прошлом году, говорит, я не давала времени в течение, ну, лекций. И некоторые, говорит, вообще, типа, были проблемы, говорили: ну хорошо, тогда мы, типа, я вообще, типа, отказываюсь участия в этой, в этом проекте. Так, потому как что... его по телефону делать, что ли? Некоторые, Сереж, ну вот смотри, я могу, допустим, видишь, я тебе просто писала: чуть-чуть позже меня там забери, да? А кто-то уходит прямо с лекции на работу, он не может оставаться час, ну, и что-то сидеть там обсуждать. Вот. И она говорит: поэтому я поняла, что лучший вариант — это давать вам время во время лекции общаться. Пока я вообще, ну, я слабо понимаю, что мы будем делать. Значит, так тема уже тему есть, она раздаст на следующем уроке. Пока ее цель была заполнить этот групповой проект, контракт записать, чтобы все ее там подписались, расписались. В общем, блин, что-то не крови нафиг его подписали. Ну так а что тебе сейчас значит? Тему дадут, ты будешь знать. Сейчас ты что можешь знать? Да, но меня смутило там, короче, что как-то я пока не понимаю, как это оцениваться будет. Потому что одна оценка будет выставляться за весь проект. Одна оценка будет выставляться на
лично на тебя. Плюс она, я что-то хоп, пропустила момент, какие-то ксерокопии своей бумаги нужно будет делать, какую-то бумагу нужно распечатать одну и отдать только учителю. Какие-то бумаги нужно распечатать на весь класс, чтобы каждый мог смотреть в листик и читать. В общем, там такая пока у меня каша, я не представляю, что делать. Будет потихоньку давать задание, разберешься. Да, ну она, как бы я к ней подходила, когда мы подписали уже этот контракт, я подошла и говорю, что я, говорю, вот, ну, совсем вот этот пункт контракта не понимаю. Она говорит, ну это значит, что ты обязываешься, типа, из презентации, что именно 5 минут будешь ты говорить в презентации. Угу. Я говорю, зашибись. Подумала я, но я же так не сказала. Говорю, а, ну понятно, говорю, просто говорю, я это волнуюсь, что, говорю, 5 минут это много, я говорю, это боюсь, не смогу. Она такая, говорит, не волнуйся, типа, все нормально. Обычно, говорит, когда типа готовишься, а потом даже и мало 5 минут. Но это действительно так, потому что когда мы на классах по речи готовились, взять вот презентацию про чувства, про все это, мне казалось, что 8 минут, это, блин, все, я там успею сказать все, включая родословную, блин, предков. А оказалось 8 минут по итогу, блин, и мало. Но все равно как-то я немножко нервничаю. Ой, не надо нервничать, надо быть проще. Учительница, все там какие-то эти сценки ставят, потом же всем классом обсуждают, правильно ли она поступила, как мама, там, как туда-сюда, как тот, кто, типа, заботится о ребенке. Один пацан поднимает руку, она такая говорит, да, а, когда она спросила, еще какие-то, типа, ну, кто-то что хочет сказать, ну, да, говорит, хочу. Она говорит, что, говорит, а что это у нас шумит так на потолку? А там, ну, вентилятор этот работает, ну, и правда, немножко неприятный звук, но уж не прям не такой, чтобы, понимаешь, ну, она такая заулыбалась, говорит, ну, это, говорит, видимо, вентиляционная система, говорит, ну, чтобы прохладно в классе было. Он говорит, просто мне, говорит, этот звук уже, типа, ну, слишком навязчивый, мне надоело. Она говорит, ну, извини, он говорит, ну, ладно. Такие дела. Все. Получается, все? Все. Все. Пора домой. Все. Делать уроки. Нет, не все, не все. Сейчас я покажу, что у меня есть. Мне сегодня смайлик подарили. Зачем? Вот. За что? Ну, видимо, товарищам, которые у нас от нашего центра здоровья колледжерского, постоянно где-нибудь стоит палатка, где можно санитайзер взять, влажные салфетки, презервативы, кому нужно, ручка, гигиеническую помаду, там, ну, всякую такую шрат, короче, кому что надо, да? Мы с Сахарой шли по своим делам в студенческий центр. Те, кто сидели, их там 2 или 3 студента сидели, типа, вот видимо, у них... Эль-Камино видимо, колледж, у что них никто... Student Health Service и телефон. Видимо, у них никто ничего не берет, а им или задание, наверное, какое-то у них, или раздать, или что. Они у нас спросили, вам, мы говорим, не надо. Может, ручка, не надо. Может, презерватив, мы говорим, не, нам не надо, да. Говорит, ну, возьмите по мячику. Ну, ладно, давай по мячику. Вот у нас теперь есть мячик. Ну, все. Вы были на канале. А я еще что-то хочу рассказать. Быстро-быстро расскажу, 2 минуты. Меньше, чем 2 минуты. Короче, по поводу, вот насколько колледж поддерживает. Я же говорила, что у нас есть организация, где EOPS для студентов, да. Объясни, что такое EOPS. Я не знаю, что это сокращенно, но это там, ну, где, короче, решат где все твои проблемы. Uh-huh. И есть отдельно даже выделено в такое движение, как кто одинокий родитель, да, тому помогают оформить всякие там, ну, нужные пособия, там ребенка в садик можно сдавать на время, пока ты учишься. Питание бесплатно получать. А сегодня мы шли, ну, я говорю, ходили там с Сахарой по своим делам туда-сюда. И идем, и возле этого стенда, где расписана вся информация про вот этих single parents, да, про одиноких родителей, mm-hmm. большой-большой ящик пластиковый стоит, и в нем одежда. А на нем на это самое наклеена бумага, ну такая больше, чем формата А4, что детская одежда от 0 до 5 лет. Типа, если кому-то надо, чувствуйте себя свободно, выбирайте, берите, что типа нужно. Подстояла под этим стендом, где для одиноких родителей, ну, там всякая информация, кому звонить, что... Новый или бушный вид? Зай, я не в курсе. Мы как бы не смотрели. Ну, просто мы с Сахарой, когда прошли, ну, естественно, нас заинтересовало, мы посмотрели, что написано. Сахара такая говорит, ну вот, это же, говорит, большая помощь, типа. А, конечно. Ну, потому что мы знаем, у нас есть сингл родителей, как это тяжело.
Вот так. Ну, теперь точно все. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И давайте обсудим вопрос, который был в начале. Как Голливуд влияет на представление в мире о женщине? Как рано начинается половая жизнь? Вот кому что? И рано ли она начинается? И во сколько лучше ее начинать? Это больной вопрос, у нас растут дети. И у некоторых детей уже появились бойфренды. А я тебе скажу, бойферлы там были. Я подарю, как этот самый. Сыночек, а на вашу свадьбу я подарю вам трехспальный кровать. Мам, почему трехспальный? Неужели ты думаешь, что я тебя брошу одного с этой незнакомой женщиной? Ну все, бай-бай, пока-пока. Она была в Вегасе. Всем хорошего настроения. Да. Она имеет такой же пледик, как и я.